Девушки, скажите, как ребят расценивают? Хорошие, не очень? Шансы на выход в плей-офф на уровне, да? Вот как теперь, две ничьи, две победы, я правильно понимаю? Ну, не совсем так. А как? Но мы рады хотя бы потому, что мы не пропустили в ничью. Мы молодцы, для нас это на самом деле в нашем постоянном составе, это реально вот прорыв. Мы новая команда, мы играем первый сезон, и я считаю, что мы вообще молодцы. А в следующий раз мы постараемся сделать победу. Конечно, все у нас впереди, все только начинается. Все, так, а группа у вас уже есть? Конечно. Да, у нас есть группа, но она пока что закрыта. Как только мы закончим все приготовления, мы ее откроем и будем приглашать фанатов. А капитан ты? Да, да. Меня зовут Мария Розина, я капитан. Вот это мой зал. Люба Парамзина. Да, я Тамара, полузащитник. У нас это не имеет. У нас это не имеет значения, потому что мы все одна команда, да. Мы все команда. Друг и боремся каждый за нашу победу. Да, девушка, ну, в любом случае, вас тогда с заслуженным результатом. Спасибо. То, что вы пустили, это не очень просто. Также с наступившей теплынью и с днем летнего солнцестояния. Спасибо большое вас.